Здравствуйте, меня зовут Федоров Ярослав, я руководитель школы водительского мастерства, и сегодня в рубрике «Авточел-инструктор» мы поговорим о зимней езде. Начнем с элементарных вещей, а также разберем различные контраварийные меры. Сегодня у нас представлены три автомобиля с различными типами привода, и мы разберем нюансы управления каждого из них. Одно из главных правил управления автомобилем на зимней дороге, когда очень скользко, это делать все быстро, но не резко. Вы, наверное, сами знаете, чем резче вы нажимаете на педали и поворачиваете руль, тем больше проблем на скользкой дороге у вас возникает. Все мы знаем, что на современные автомобили ставятся системы. Система стабилизации, АБС, либо противобуксовочная система. Но надо понимать, что если одна из этих систем вступила в работу, значит водитель уже допустил ошибку, которую эта система исправляет. Поэтому надо стараться ездить так, чтобы эти системы у вас не активизировались, значит вы все делаете правильно. Итак, первое, о чем мы сегодня поговорим, это трогание с места или разгон на автомобиле. Вы все знаете, что если резко бросить сцепление на механической коробке передач или просто сильно нажать на газ, то колеса срываются в скольжение, так называемый букс. Автомобиль, по сути, стоит на месте, вместо того, чтобы разгоняться. Опять же, вам может частично помочь система противобуксовочная, но, как мы уже разобрали, это ошибка водителя. В вашей жизни возможны ситуации, когда экстренно необходимо максимально эффективно тронуться. Так вот, главным правилом для того, чтобы тронуться эффективно, является тот факт, что первый оборот ваши колеса ведущие сделают без пробуксовки. Дальше пробуксовка допускается, но вы придали автомобилю инерцию, вы столкнули его с места, и он более охотно начнет разгоняться. Если сравнивать старт на автомобилях с различным типом привода, очевидно, что полноприводный автомобиль будет выигрывать у моноприводных, потому что все четыре колеса ведущие, и ему, естественно, гораздо легче тронуться с места. У нас сегодня представлены два автомобиля Nissan Tiana. На одном передний привод, на другом полный привод. И вы видите, насколько быстрее и увереннее стартует полноприводный автомобиль. Но нужно понимать, что моноприводные автомобили неуверенно стартуют на очень скользком покрытии. Сейчас мы пытаемся стартовать на нешипованной резине, на чистом льду. Конечно, если будет хорошее сцепление с дорогой, если мы стартуем летом по асфальту, то очень уверенный старт будет, например, у заднеприводного автомобиля. Также для уверенного старта с места очень важно, чтобы ваши колеса смотрели строго прямо. Поворот колес даже на минимальный угол осложнит задачу, автомобиль будет, по сути, сам себя тормозить. Это очень важно, когда вы выезжаете из каких-либо снежных завалов, грязи и тому подобных покрытий. Но если все-таки вы столкнулись с проблемой и ваши ведущие колеса сорвались с скольжения, правильным будет приотпустить педаль газа и снова нажать. Такой разгон будет называться разгон попеременным дросселированием. То есть вы нажимаете на газ, отпускаете, нажимаете газ, отпускаете. Таким образом у вас будут чередоваться моменты, когда колеса проскальзывают и когда они ровно катятся. Для уверенного старта на скользкой дороге на автомобиле с механической коробкой передач вы можете немного подтравить сцепление, либо стартовать со второй скорости. Торможение на скользкой дороге – наиболее частая причина аварий. И сразу скажем о том, что правильный выбор дистанции до впереди идущего автомобиля избавит вас от многих проблем. Главной ошибкой при торможении является блокировка тормозами передних колес. Тогда автомобиль становится неуправляемым, словно баллистический снаряд, он абсолютно не слушается руля, и на заблокированных колесах ваш автомобиль движется строго в том направлении, в котором вы двигались, когда начали торможение. Конечно, на большинстве современных автомобилей установлена система АБС. Главным плюсом и достоинством системы АБС является тот факт, что автомобиль на торможении у вас поворачивает. Он слушается руля, поэтому вы можете уверенно нажать на педаль тормоза. Система АБС будет за вас распускать колеса, и при этом автомобиль послушно будет поворачивать. Траектория будет немного неправильной, но тем не менее автомобиль повернет. В случае, если на автомобиле не установлена система АБС, вам приходится работать за нее.
правильным будет прекратить торможение. Это главная проблема. Водители гражданские психологически не готовы отпустить педаль тормоза. Они давят ее со всей силы, если видят перед собой какое-то препятствие. Но единственным верным решением будет прекратить торможение и начать либо огибающий маневр, либо повторно начать тормозить, но менее эффективно, чтобы не заблокировать колеса. На некоторых очень скользких покрытиях это лед, это мокрая трава, либо на неровностях, где автомобиль постоянно подбрасывает, АБС увеличит ваш тормозной путь. Вы видите, что на льду, используя правильное торможение, не блокируя колеса, мы останавливаем автомобиль гораздо раньше, нежели системой АБС. Не самой плохой является привычка периодически прощупывать дорогу. То есть вы, убедившись в безопасности своего торможения, что сзади и спереди вас никого нет, вы можете осторожно начать торможение и ощутить, насколько же скользко на дороге. Полезный навык – тормозить всегда на прямых колесах. Как только вы начинаете тормозить на повернутых колесах, это может спровоцировать занос автомобиля, особенно на скользких покрытиях. На автомобилях с механической коробкой передач мы можем тормозить передачами. Кроме того, что мы усилим эффективность нашего торможения, это позволит нам оставаться в моменте. То есть мы всегда уверены, что мы нажимаем на педаль газа, и двигатель охотно раскручивается. Итак, мы все привыкли, что если мы не злоупотребляем скоростью, то автомобиль слушается руля и послушно входит в поворот. Но в повороте на автомобиль действует центробежная сила, и в какой-то момент колеса уже не в состоянии сдержать автомобиль на дороге, и тот самый коэффициент сцепления стремится к нулю. Возможно, два варианта. Первое. Автомобиль распрямляет траекторию. Несмотря на то, что руль у вас повернут, автомобиль продолжает движение прямо. Идет снос передней оси. Когда у вас передняя часть автомобиля уплывает наружу поворота. Другая возможная ситуация – это когда у вас соскользнет задняя часть автомобиля, автомобиль будет разворачиваться относительно поворота, то есть задняя часть автомобиля будет обгонять переднюю, это будет называться заносом, занос задней оси автомобиля. И нужно отметить, что есть предрасположенность автомобилей в зависимости от типа привода к сносу либо заносу. Давайте рассмотрим это на примере движения автомобиля по окружности. Итак, начнем движение на переднеприводном автомобиле Nissan Tiana. Мы видим, что если мы не превышаем скоростной порог, ничего не происходит, автомобиль уверенно движется по окружности. Но стоит нам дать избыток тяги, и передняя часть автомобиля соскальзывает наружу. Автомобиль распрямляет траекторию, поэтому мы запоминаем, что переднеприводный автомобиль больше склонен к сносу передней оси. Мы берем автомобиль Infiniti, который является заднеприводным. Спокойно двигаясь по окружности, никаких проблем не возникает, но избыток тяги дает пробуксовку задних ведущих колес, и автомобиль начинает заносить. Мы видим, автомобиль встает поперек дороги, это занос. И мы запоминаем, что заднеприводный автомобиль более склонен к заносу задней оси. Для того, чтобы показать вам все ошибки водителя и возможные эффекты заноса и сноса, мы вынуждены были отключить все системы стабилизации, которые установлены на этих автомобилях. Если они все включены, то такого произойти не может. Они всегда помогут, подстрахуют водителя, и автомобиль не развернет, либо он охотно повернет в поворот. Поэтому здорово, когда такие системы установлены. Ну и, наконец, полноприводный автомобиль. Равномерно двигаясь по окружности, на избыток тяги реагирует равномерным соскальзыванием и передней, и задней оси. Здесь мы говорим о том, что он равномерно соскальзывает наружу поворота. Здесь нет как такового ни сноса, ни заноса. Автомобиль полностью смещается наружу с траектории под действием центробежной силы. Но полноприводные автомобили, в зависимости от производителя, более склонны бывают либо к повадкам переднеприводного автомобиля, либо к повадкам заднеприводного автомобиля. Мы говорим о предрасположенности к тому или иному процессу. Но надо понимать, что на переднеприводном автомобиле вы, безусловно, можете испытать состояние заноса, равно как и на заднеприводном испытать состояние сноса. Конечно, зимняя езда очень коварна. Поэтому не надо экспериментировать со своим автомобилем на улицах города. Надо найти открытую площадку, либо прийти к нам в школу водительского мастерства, потому что теоретические знания никогда не заменят практических. В следующем выпуске проекта «Авточел-инструктор» мы с вами более подробно разберем такие явления, как снос, занос
как выходить из этих состояний, как их контролировать. Но а на сегодня мы желаем вам безаварийной езды.